Мы на севере живем и расскажем вам о нем. Край наш северный суров, много снега и ветров, но закон у нас таков: не бояться холодов. В эти темные полгода с освещением туго в сумраке живет природа за полярным кругом. Ой, сейчас накипяти много чаю. Зачем нам столько чаю? Надо, чтобы в чуме всегда много чаю было горячего. Каждый, кто зайдет нам с морозом, выпьет горячего чаю, согреется. Как в народе говорят, всегда обогрей замерзших, накорми голодных, приюти бездомных. А скоро весна придет, скоро солнышко зайдет. Пурга пришла. Напрасно тепла ждете, весна никогда не придет. Не взойдет солнце над тундрой, не покроется земля цветами, не будут петь птицы, будет вечный мрак и снег, будет вечная зима. Ночь пришла на нашу северную землю, солнышко вернуть надо. Иначе весны не будет, радости не будет, погибнет все живое. А где его отыскать? Еще бабушка моей бабушке говорила: там, где северное сияние заблещет, там и солнце встает. Собрались дети в путь дорогу солнце искать. До свидания! Где сугробы, стужа, лед, где пурга снега метет, там хозяин в шубе снежной ходит по снегам безбрежным. За полярным кругом олени в тундре бегают вдогонку друг за другом. Thank you.
бы его. Видели пургу? Она умчалась вот за те дальние сопки. Садитесь, мы вас довезем. Любит Пуночка тундру, любит солнце весной и пургу. В маленьком сердце любовь вековая к этому чистому мудрому краю. Край мой суровый и такой родной, и лечу я домой. Thank you.
Спасибо, внучата.